Короче, ты такое дело. Я гей. Я хочу, чтобы вы меня исправили. Исправьте меня, девчонки. Ух, ебать, я все еще не мечтал. Ну, исправьте меня. Ну, не получится, мы лесбиян исправить. Ну, заебись. Исправьте меня в лесбиян. Ну, ты, получается, точно так же будешь любить парней. Зачем тебе? На колени. А, нет, стоп. Просто вообще. А вы можете не показать из своего опыта? Давай на колени, умоляй. Нет, мы так не можем. Давай, а мы вот, мы с Аркашей можем. Так вы же лесбиянки. Ну, мороженое. Ну, мороженое едите. Ну, исправьте, пацана, ты ёпт. Ну, на то. Мороженое тут при чём? Да как так? Мороженое просто так не едят, я тебе говорю. Вот он ест ради того, чтобы удовлетворить. Ну, вот. Чё, думаешь, ты отхуя, ты просто так стоишь? Она вылазит. Она ещё надо прыскать. На коленях умоляю. Нет, не было желания. Она еще прыскается. Она еще. Давай, любой ценой, чтобы они тебя исправили. Ну давайте, короче. Исправить его. Чтобы он перестал быть пидором. Чтобы он перестал быть пидором. Ну да. Нет, он пидор, но его можно исправить. Нет, он был нормальный, потом. Минут 5 назад нормальный был. 3 минуты назад я был нормальный, серьезно. А потом, короче, я так подумал, решил, что я пидор, но эта идея на самом деле не понравилась. Блядь, запишите это на видео. А он снимает, да? Он снимает. Ну и вот, короче, и так получилось, что я подошел к вам спросить. А, это короче, твой парень? Да. На самом деле я ему изменяю с Аркашей, короче. Побей его. А? Он тебе изменяет, побей его. О! Вартан, побей, так, он тебе изменяет. А он, видишь, а он ему с девушкой изменяет вообще на хаос. Ну давайте. Но вы, девчонки, не подумайте, он-то пидор, мы-то нет, мы-то нормальные. Вон Аркаша. Но он только сейчас майку на сиськах завязывает, да? Короче, в топике гей катался. Еще сейчас пиздит то, что он не пидор. А, ну вы, к вам кто-то тоже подходил там. Ну мы видели, как он там кто-то на деревце писал. Он же и писал. Это был я. Оператор. Оператор, ты снимаешь? Да. Ну, мы смотрели, что 3 минуты назад ведь не был геем. Ну. Но потом ты решил им стать, да? Ну. Тебе это не понравилось. Ну. Ну вот, значит, ты не гей, все. Спасибо! Ты меня исправила. Хуёвая концовка какая-то. Спасибо. А ты что, дала, что ли?